целая компания, которая работает и успешно работает на рынке нашего региона, она уникальна. И мы должны, вот мы для себя, как средство массовой информации, как учредитель этого премии, видим свою миссию в том, чтобы продвигать наш бизнес. Только благодаря вам город имеет возможность получать эту доходную базу, которая транслирует свои расходные обязательства, и мы решаем те многочисленные задачи, которые стоят перед нашим городом. Знаем, уже проходит второй год, на эту сцену выходят одни из лучших и перспективных предпринимателей. Бизнесу в наших условиях приходится развиваться не благодаря, а вопреки. И вот несмотря на эти все вопреки, мы признаны самой клиентоориентированной компанией. Наша идеология быть полезными для людей. И именно поэтому мы достигаем таких успехов. Хочется еще раз поблагодарить присутствующих здесь бизнесменов за своевременную оплату услуг водоснабжения, водоотведения. Динамичное развитие – это, в общем-то, наша основная ценность. И мы смогли в Туле сделать то, что не смогли сделать во многих других регионах. Надеемся оправдать ожидания, а вас ждем в гости. Благодарим организаторов за высокую оценку деятельности нашей компании. Компания наша и наши сотрудники, любя наш город Тулу, нашу область, стараются сделать ее светлее, наряднее, вечернее время года. Вдвойне приятно, что нас отмечают именно в Туле. Спасибо всем. И знаете, что в Туле есть кому обратиться уже давно. Огромное спасибо независимым экспертам, которые так высоко оценили вклад нашей компании в развитие телекоммуникаций в регионе. Думаю, трудный год был не только для нашей компании, для всех. Но в том и состоит наша жизнь, чтобы эти трудности преодолевать. В дальнейшем надеемся, что наше развитие вместе с вами позволит достичь еще больших и лучших результатов. Хочется поблагодарить, естественно, организаторов за организацию этой премии, за высокую оценку нашей деятельности. Особенно приятно получить ее в канун нашего 20-летия. Нам в 2013 году исполняется 20 лет. Спасибо большое. Премия неожиданная, но от этого не менее приятная. В этой номинации мы первый раз, и мы боремся за качество. Как раз нас в этом и отметили. Заслуга не менеджмента, а того многотысячного персонала, работа которого по большому счету бывает незаметна, это прежде всего монтеры, те, кто дает свет и тепло в наши дома. И хочу вас заверить, это действительно надежные люди, свет и тепло будет. Большое вам спасибо за столь высокую оценку нашего скромного вклада в экономику региона. Большое спасибо за повторную высокую оценку нашей деятельности. С удивлением заметил среди присутствующих людей, которые еще не являются нашими клиентами. Пожалуй, с устранения этого недоразумения мы и начнем следующий год. Спасибо большое, очень приятно, потому что неожиданно и как-то очень по-европейски. Мне пришлось ради этой премии ни с кем договариваться и суетиться. Андрей, спасибо огромное. Очень приятная номинация, очень приятно, что в России может быть хоть что-то без каких-то... Как любой бизнес, сельскохозяйственный, особенно тяжелый бизнес, потому что вы знаете, что мы ходим по полу. Но несмотря на все, я хочу сказать, что сельскохозяйство развивается в Тульской области. Отлично, мероприятие поражает тем, что комфортно. Нет вот этой помпезной официальной части, нет помпезного зала заседаний с аплодисментами. Очень комфортно, все очень доступно. Приятное общение друг с другом. Хотя каждый ведет свой бизнес не для того, чтобы получать какие-то награды, но, как гласит русская пословица, добро тогда становится добром, когда его люди оценят. Поэтому большое спасибо всем. Один из героев фильма «Чародеи» сказал, что для того, чтобы проходить сквозь стену, нужно три вещи. Видеть цель, верить в себя, не замечать препятствия. Спасибо.